Всем доброго здоровья. Вот и у меня пришло время пахать. Саженцы выкопаны. Техника готовая. После выкопки саженцев вот такие канавы, вот такие бугры. Вот попробовал трактором пройтись с плугом, сделал первую борозду. Очень неудобно прыгать по этих буграх, канавах. Сначала разделаю их фрезой. Ну а затем уже буду пахать трактором. Но еще у меня заключается такая сложность в этой пахоте. Земля получилась волнистой. Вот здесь канава, здесь бугор, там снова канава. Но это все ливни, дожди наделали. Ну и теперь нужно выровнять всю эту землю, эту площадь, этот участок. Придется несколько раз валить в одну сторону, засыпать вот эту канаву. Ну и затем вот еще канава получилась. Вот как ее намыло. Она здесь, конечно, уже была и раньше. Но с каждым годом она становится глубже и глубже. И вот надо ее засыпать. Запахать, вернее. Несколько раз придется валить землю в эту канаву и в другую. Ну что ж, начнем. Ну вот, разобрался с канавками, бугорками, фрезой. Ну а теперь предстоит поработать трактором с плугом. Уже вечер, начинает темнеть. Начну, отрегулирую плуг, а завтра уже продолжу. Вот так вчера вечером пропахал, пока настраивал плуг. Уже темнело, на камеру не снимал. Ну, сейчас немного покажу, какие удобства спашки на этом поле.
вот так вот получается. Начал уже засыпать, запахивать другую канаву. Погода неважная, сыро. Сыро и пасмурно. Вот так немного срезал вот этот бугор центральный. Тут слева надо срезать. Ну вот еще есть справа. Но там уже надо плуг с левым. Левый плуг надо. Плуг с левым отвалом. Здесь тоже понадобится плуг с левым отвалом. Ну, у меня там ПЦ-шка есть, может, попробую.
не удалось допахать. Вечером начал, на второй день не закончил, и пошли дожди. Теперь придется заканчивать весной. Скоро зима, скоро морозы. Так что закончим весной. Вот такая пахота получилась. Глубина где-то около 20, ширина тоже. Нет, ширина побольше. Ширина 30. Всем удачи!